Володин поручил провести проверку сети магазинов Леруа Мерлен. Поводом стали обои для детской комнаты с изображением карты мира, где нет, представляете, Южной Осетии, Абхазии, да, где они ЛНР и ДНР, и Крым там часть Украины. Представляете, Володин как негодует, что в детской комнате у кого-то будет такая вот херня. Это как рассказывали, да, что это в комнате в детском саду, ну, там, в эпоху Никиты Сергеевича, да, где детки кушают и играют, вешали картины советских вождей, да, в туалете вешали там, ну, различных проштрафившихся. Так вот и здесь. И на трассе в Ростовской области разбилась и загорелась фура с Кока-Колой. И вот наши соратники все удивляются. Говорят, нифига себе, санкции. Кока-Кола заявила о том, что ушла из России, и все. Да, громко хлопнула дверью, а тут целая фура с Кока-Колой. Откуда она взялась в Ростовской области? Наверное, если поковырять, то мы найдем не одну фуру. Мне трудно представить, что одна фура ехала, и вот такая случайность, она попала в аварию. Последняя фура, я бы назвал это такой, да, сценарий. То есть все, Кока-Кола ушла из России, последняя фура едет и попадает в аварию. Да. Нет, на самом деле, я думаю, ничего не изменилось, и все это порожники насчет того, что кто-то ушел. Что, я думаю, Кока-Кола, вот напишите, в ближайшем магазине есть у вас Кока-Кола, там, Пепси-Кола и прочее, кто-то уходил. Я думаю, Кока-Кола не горит, да, как рукописи не горят, подделка. Я думаю, нет никакой подделки, тот же завод получает те же самые концентраты, только уже из Китая. Те же самые, абсолютно, и такой же льет Кока-Колу. Все у них есть, у них бумажка, которую лепить, она печатается рядом, в типографии бутылка льется рядом. Разбавить водой этот порошок, это элементал. Это подяг из гаража. В гаражах Кока-Колу разливать, это вообще фишка. Очень хорошо, очень смешно. Пишут, что компонент российской вакцины против коронавируса мог быть некачественным. То есть фирма фармацевтическая, которая производила вакцину против коронавирусной инфекции Капивак Корона, да, новосибирская компания Вектор Биальгам, да, подала в суд иск против Герофарм, фирмы, у которого закупал важнейший компонент для препарата белок-носитель. Он оказался негодный. Представляете, какую вакцину они там кололи кому-то. Хотя, если бы годный, может, еще хуже было, я не знаю. 259 миллионов требуют они выиски в своем. Хотят отсудить. 48 рабочих Белгородского завода по производству красок Технолайк не получили зарплаты из-за простоя. Ну, что я могу сказать? У меня такое ощущение стойкое, что Технолайн ЛКМ сгорит в ближайшее время. Вот прям острое такое ощущение. Как вы понимаете, я редко ошибаюсь. Еще раз, Белгородский завод по производству красок Технолайн ЛКМ. О, как бывает. И вот в Челябинскую область завезли зараженные фрукты, 40 тонн нектаринов из Узбекистана, 20 тонн китайских из Казахстана, около 2 тонн черешни из Армении. Все это оказалось на полках в магазинах, заражено калифорнийской щитовкой и прочее, прочее. Но пишут, что это не опасно для человека, так что можете хавать смело, ничего, щитовка вас пощадит.
Пишет, что правительство хочет раздать невостребованное жилье нуждающимся. Это парламентская газета пишет, да, что большое количество невостребованного жилья, которое предназначалось для увольных в запас военнослужащих, а так как их сейчас никто в запас увольнять не будет, их лучше поубивают и все. Поэтому будут раздавать нуждающимся. Интересная тема, да, но понятно, что жилье им девать некуда, это жилье надо оплачивать, оно стоит неоплаченное, представляете, сколько там наделали жилья, огромное количество коммерческого, за которое кто-то должен платить, а доходы падают у конкретных, так сказать, преступников путинских, поэтому сейчас они должны как-то эти свои дома, которые они настроили, вот это жилье коммерческое, они как-то должны оплачивать за счет бюджета, да, чтобы это как-то к бюджету прилепить, поэтому эта афера 100%. Так, рынок связи предупредили о перебоях с поставками оптоволокна. Удивительно. Два оптоволоконных кабеля они тянут сейчас через Северный Ледовитый океан, а у них, оказывается, перебой с поставками. Что-то вообще ничего не складывается. Ну, представьте, какие два кабеля надо. Там по 6 тысяч километров. То есть 12 тысяч километров надо два кабеля бросить, а у них, оказывается, нет оптоволокна. Бля. У кого ж тогда оно есть? В Госдуме отреагировали на смерть 8 человек при пожаре в московском хостеле. Да, и вот законность будут проверять и так далее. Ну, флаг им в руки. Стали известны подробности о владельце сгоревшего московского хостела. Отставной полковник МВД владел сгоревшим хостелом, ну и так далее. Ну, что ж, бывает. Ну, это такой бизнес, который крышует все время ФСБ, полиция и так далее. Попробуйте сейчас хостел сделать. Вас так пошлют, скажут, ты что, озверел? Сотрудники ФСБ задержали россиянина за призывы к расправе над силовиками в Саратове, за распространение в интернете призывов. Да, по данным спецслужбы, мужчина разместил у себя на странице соцсети ВКонтакте. ВКонтакте это смертельный номер, конечно, полностью ФСБшная сеть. Призыв к расправе над сотрудниками силовых структур. Но надо больше информации. Да. Мужчину задержали за хранение боеприпасов и пороха сотрудники ФСБ и МВД. 326 боевых патронов хранил. Очень интересно. И пороха 12 килограмм. А сейчас порох они запретили, что ли? Нельзя хранить порох раньше. Храни его сколько хочешь. И в рамках цифровизации всей страны, улучшения работы ведомственных каналов связи, обмена информацией, будут проложены, вернее, уже прокладываются кабели в Северном Ледовитом океане. Ну, какую-то пакость придумали путинцы. Они запустили два кабелеукладчика. Да, и вот они будут тащить оптоволоконные кабеля интернетовские и связи. Очень интересно. Посмотрим, во что это выльется. И для чего они это делают. Почему они по земле не тащат их, да? Ну, на земле-то они есть, эти кабеля. Если они их тащат через океан, значит, на земле с кабелями может что-то случиться.